Следующая песня «Свобода внутри тюрьмы» называется. Она про ту, тюрьму, в которую каждый заключен из нас. Нахуя можно чувствовать себя свободным человеком, а оказывается закованным в тюрьму, блядь, которая может называться по-разному, блядь. Может называться субкультурщик, может называться работник, может называться, блядь, гордый чем-то человек, может называться чей-то муж, жена, блядь, парень, сын, блядь, хороший сын или что-то такое. Важно в том, что сейчас, блядь, дохуя какие вещи, блядь, представляют собой. Потеряли смысл того, что, блядь, иногда панки забыли уже, наверное. Что такое панк, это на самом деле, это, блядь, состояние, наверное, блядь, чувство свободы, а не то, что, блядь, сейчас, когда вижу панк, это ассоциируется с каким-то набором вещей, которые обязательно должны у него быть. Хардкорщик тоже ассоциируется с какой-то определенной атрибутикой или какой-то еще хуйней. Это получается, что, блядь, то, что было для нас когда-то свободой, превратилось в тюрьму, мы просто следуем каким-то правилам слепо. И, блядь, может требовать, блядь, что ты можешь иногда и свое делать в этом всем, а не слепо каким-то, блядь, рамкам придерживаться. Свобода, перетерпи следующую песню.